Всем привет, с вами Романин Дрин, а сегодня... Что сегодня может быть? Само собой, пока я не пройду эту Кастельванию, мы так и не успокоимся. В общем, сегодня у нас глава 12. Проходим DLC, это первое, а потом, скорее всего, будет второе. И мы возвращаемся в Амперские земли. Я уже жду, не дождусь узнать, что там будет. Идем, видимо, в обратном порядке. Я, правда, уже не помню, как там шло. Ну, в общем, начинаем, слушаем брифинг. Холл замка. It seems like only yesterday that I stood there upon that cliff top. Ура, новый looking голос. Down into the abyss of my life. Everything that I'd ever loved taken from me. Defeating the Lords of Shadow had been a hollow victory. Now I was on a journey. A journey that I could never imagine in my darkest nightmares. As I stood there contemplating my fate, a voice entered my thoughts. A cry for help that I could not ignore. A debt was owed. A life for a life. And what was left of my broken humanity felt obliged to do the honorable thing, to repay that debt. Looking back now, I realize that none of us has any real control over our fate. We are like leaves on the wind, to be blown wherever we may. Он вернулся в земли вампиров, скорее всего, помочь той маленькой вампирше. Честно говоря, я не знаю, с какими побуждениями, но наконец-то мы узнаем уже чисто от него историю. Давайте начинать. Очень жутко интересно, просто жуть. Что же все это будет? О, еще один ролик. Помним, та самая башня. Но почему нам ее показывают, когда нам нужно в Цедевле возвращаться? Hear me, Gabriel. I need your help. I am afraid. It's not safe for me here anymore. I have no one left to turn to. Gabriel, you must help me. Не знаю, он же долго, по сути, должен пилить-то обратно. Причем у него больше нет пути в обход, только напрямую. Все-таки Габриэль... Хоть я и не знаю, каким боком станет принцем тьмы, но... Тем не менее, он очень благородный воин. Я уверен, что он... Не знаю, честно... Хотел бы сейчас выразить свою точку зрения, но не могу. Я уже не понимаю Габриэля, кто он на самом деле. Рисовка стала Borderlands-ная. Кто играл в эту игру или хотя бы кто ее видел, сразу познает это. Чересчур все стало похоже, такое мыльное, размазанное. Угу. Теперь тут теплынь стала. Интересно, кто у нас теперь тут нападет. Вампиров-то тут не осталось. Всех вычистили. Так, сила у нас полная. Здоровье, как всегда, отстой. Опа, вордалаки! Какая неожиданность. Не сказал бы, что приятная на самом деле. Ой. А уж, приятное это никак не назовешь. Разберемся с ними. Опа. А это что? О! Мне? А, нет, не мне. Но я рад, что не мне. Вроде позвала, а вроде и хотела убить. И понять ее, эту маленькую страшную девочку. Ой. Блин. Видимо, сейчас нам придется сражаться с этими порождениями тьмы. Но почему? Они же вроде служили как вампирам. А теперь неожиданно предали. Слушайте, какая она полезная. Во-первых, ее убить нельзя, во-вторых, она их неплохо ставит. Тот же вопрос. Ой,
Да, блин. Я, кстати, купил это время сумрака. Ну, кто смотрел прошлую часть, я же там, по-моему, купил уже. Вот, время сумрака у нас есть. Черт! Убили. Просто убили. Начинаем мы сразу с контрольной точки с ней. Ну ладно. Значит, почему они начали нападать как на вампиршу, так и на меня? Скорее всего, их как на уровне собак перестали вот кормить, так как мы убили повара. Корма у них не осталось, и они взбесились. Потому что, скорее всего, вампиры их не именно контролировали, а уже прикармливали. Не на уровне собак, скорее всего. Ну, как я думаю. Что там какая-то слабая. То она нас уложила, то не может уложить горстку упырей с одного удара. Слабая какая-то. Или, лучше сказать, неоднозначная. Ага, скелеты опять. Давай. Отлично. Блин. Они не простые противники. Хорошо, хоть их потом в другой части игры не было. Условно говоря, можно игру разделить на три этапа. Ну, даже очень, если грубо, то на четыре. Вступление, оборотни, вампиры и нежить. Yes. Господи, как надоело, тут вурдалак меня уже отравлять. Все. Продержались. Мы молодцы. Господи, какая она страшная. Follow me. Хорошо, что не все такие заставки в игре, а только в DLC. I know how you're feeling. Alone, betrayed. You get used to it, you know? That isn't true. Or you would not have spared me that day. Do you now regret it? You called me here. Why? You've destroyed the Lords of Shadow, but in doing so, you have unleashed a greater evil. Есть еще больше зла. A powerful demon is coming. A creature that knows no pity or mercy, and who is bent on destroying this world. А есть какой-нибудь демон, кто не хочет уничтожить мир? Long ago, before the Lords of Shadow came, there was a fierce battle here. The three founding members of your brotherhood fought a creature called the Forgotten One. This creature had been summoned by the evil Bernard family, who owned the castle at the time. But things went badly wrong for them. The Forgotten One escaped its bonds. The founders knew they could not destroy the Forgotten One, so they waited for their opportunity during the fight. And locked up the demon in a dimensional rift that they created using their combined powers. This fortress was used for that prison, and the Brotherhood built new areas around it to house the creature deep within. As you know, years later, the founders transcended as heavenly spirits,
in the process creating the Lords of Shadow. It was not by chance that my mother chose this particular castle. Carmilla hated the other lords, but she feared what could happen if the Forgotten One should ever escape. You have destroyed them, and so the power that kept the Forgotten One locked within his prison has been weakened. It's only a matter of time before he breaks free and returns to the world. I care not for the world or its problems. Then you are a fool! The creature will simply reduce this world to ashes in revenge for centuries of captivity. Everyone will die. There will be nowhere to hide. We are the only ones with power enough to stop him. Stop Tell me? Me, would you have the souls of the innocent on your conscience for eternity? Then show me what I must do. Ну ладно, ну ладно. Mother once Убедила. Told me that the entrance to the ancient fortress of the Brotherhood was in this room. И что я должен сделать? А, я понял. Надо расставить фигуру как там. Ну, по крайней мере, я так думаю. Привет, брат. До сих пор тут лежишь, отдыхаешь? Я не знаю, как старейшие братства знали о существовании тайных проходов и коридоров под вампирским замком. Но они были правы. Это шах выдадыска своего рода загадкой. Под ней скрывается один из таинственных проходов. Осталось только сложить все части этой головоломки воедино. Что там у нас? Я не вижу. Так нечестно. Я должен посмотреть, там вопрос. Ага, черный, белый знак и там еще какой-то оборотик. Загадочная черная фигура должна находиться и там оборотни. Это у нас где? Это вот здесь, по-моему. Вот здесь, да. Сейчас проверим. Так, а оборотень-то остался еще хотя бы один? Его сюда. Ага, вот. На черных. Подождите. Белая и черная должна идти. Белая и черная. А, может здесь? Показывает, что на второй. Видимо, не это. Три. Вампир и жнец. На третий и четвертый. Ну куда ты? Габриэль. Подожди, они оба должны быть черными? Или не обязательно? Нет, они, по-моему, оба должны быть черными. Ну ладно, попробуем сначала так. И там вот с краешка должен находиться вот этот вот парень. Не вышло. Попробуем заменить на черную фигуру. Если только на белые. Не понял я, что тут делать. Второй вообще нету. Не знаю даже, как тут составить. Оборотень должен находиться в черной. Должен, по-моему, находиться вот здесь. Какой там оборотень-то хотя бы? По-моему, любой, вообще не важно. Главное, он должен находиться здесь. Возле него должны стоять черная фигура и белая фигура. Вот, например, так сделаем. Слушайте, это не так просто, как кажется.
Ну-ка, может попробуем этот рисунок сначала собрать? 3-4. И там вот вампир. Может, ты мне подсказку какую-то дашь? Нет, по-моему, он нам ничего не даст. А туда можно уйти? Вы нашли один из пальцев Франкенштейна, соберите их все. Не знаю, к чему это упоротость с пальцами, но, видимо, тоже пригодится. Пойдемте сбегаем тогда назад. Она бегает за нами. Ага, холл заморозила. Тогда логично. Слушайте, давайте-ка я подумаю и только потом восстановлю запись. То время идет, а записи-то меньше не становится. О боже, наконец-то! О боже, вы не представляете, насколько это упоротый пазл. Я уже замучился. Такой бред. Настолько бред, я просто не могу. Это верх изощренности. Я его еле составил, я уже замучился, я его битый час составлял. О, какой кошмар. Ведь есть же люди, которые это придумали. Хорошо, что я не один из них. Ну вот и хорошо, мы тут прошли все-таки. Давайте тут купим, я не знаю пока что. Святой крест, что у нас? LG, ну... В принципе, не особо важно нам сейчас что-то покупать. Давайте пока продолжим путь. И следующая глава у нас будет заброшенное крыло. Всем же большое спасибо, что смотрите меня. Обязательно смотрите все мои следующие части, предыдущие, множество других интересных видео на моем канале. С вас же подписка, лайк, комментарий, даже не знаю, просмотр. Вот, просмотр. Всем большое спасибо, что смотрите меня. С вами был Друманин Дрин. Удачи, пока.